Лидер Габона Али Бонго отказывается пойти на пересчет голосов, поданных на прошедших в конце августа президентских выборах. Во вторник за повторную обработку бюллетеней высказалась Франция, бывшая метрополия Габона, до сих пор сохранившая здесь свое влияние, а также европейские наблюдатели, осуществлявшие мониторинг голосования. Президент Али Бонго заявил, что окончательное решение о законности итогов выборов примет Конституционный суд. «Мы заметили некоторые аномалии, в частности, в провинции Отугуэ. Они касались явки избирателей, которые якобы оказалась на беспрецедентно высоком уровне. Но наши наблюдатели на месте были свидетелями совсем иного в этой провинции. В свою очередь, действующий президент уверяет, что махинациями занимались сторонники оппозиционного кандидата Жана Пинга. Представители последнего обвиняют власти в развязанном против них вооруженном терроре. Сотни сторонников оппозиции были арестованы, около 50 убиты, многие просто бесследно исчезли. Тактика его подручных состоит в том, чтобы стрелять по всему, что движется, просто убивать. Их сопровождает карета скорой помощи, куда они складывают трупы, а потом их увозят, чтобы никто не смог сосчитать убитых. Согласно данным оппозиции, опубликовавшей в интернете копии избирательных протоколов, ее кандидат Жан Пинг победил действующего главу государства с отрывом в 17%.